В Вашингтоне памятные мероприятия по случаю 14-й годовщины событий 11 сентября состоялись на южной лужайке у Белого дома. Президент Барак Обама и первая леди Мишель в присутствии представителей администрации и нескольких сотен рядовых граждан почтили память жертв теракта минутой молчания. В повестке дня главы государства сегодня также встреча с военнослужащими. Обама посетит базу «Форт Мид» к северу от Вашингтона. Там размещается штаб-квартира ряда федеральных ведомств, включая Агентство национальной безопасности, которое после терактов 11 сентября оказалось в центре скандала из-за программы прослушки телефонных разговоров американских граждан. Министр обороны США Эштон Картер возглавил церемонию в Пентагоне. На ней присутствовали семьи 184 человек, погибших 11 сентября 2001 года в результате атаки на американское оборонведомство. Когда террористы атаковали Пентагон, они пробили дыру в этом здании. Они также разбили ваши сердца, и они не заживут никогда.